Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, где мы живем. Как вы думаете, это город или село? Что вы видите на этой картинке? Какие дома, машины? Это село. Дома деревянные. А иногда вместо машин можно встретить повозки с лошадью. А это город или село? Конечно же, город. Дома здесь высокие. Машин больше. Дороги покрыты асфальтом. А где вы живете? В городе или в селе? Мы живем в городе. В городе Москва. Чем отличаются городская и сельские улицы? Городские улицы покрыты асфальтом. Там стоят высокие многоэтажные дома. Вы, наверное, видели, что транспорт есть не только в городе, но и в селе. Но, например, автобусы различаются на вид. Ездит ли по городским улицам на телеге, запряженной лошадью? Нет, телегу с лошадью мы можем встретить в селе. Но и машины тоже ездят по дорогам села. В городах живет очень много народа, поэтому там строят высокие многоэтажные каменные или кирпичные дома. А в селах дома обычно небольшие, деревянные, одноэтажные или двухэтажные. Около домов располагаются сады и огороды, различные постройки для домашних животных и птиц. В городах широкие асфальтированные улицы, площади. На улицах много дорожных знаков и светофоров. А в селах дороги не всегда асфальтируют. Улицы узкие, и транспорт по ним движется меньше. Зато на сельских улицах можно увидеть трактор, комбайн и другие сельскохозяйственные машины, покататься на лошади. В городах есть парки, скверы, зато в селе часто невдалеке находится лес, речка, и ребятишки собирают грибы, ягоды или купаются. У города и села много общего. И в городе, и в селе для детей есть школы и детские сады, для лечения людей – больницы и поликлиники. И в городе, и в селе есть магазины и даже кинотеатры.